Многие жители нашего Курского района приезжают на Святую Ручку, чтобы окунуться в купель. И сегодня мы приехали сюда, чтобы испытать эти незабываемые ощущения. Кстати, отмечу, что Анастасия будет окунаться впервые, поэтому держим за нее кулачки. Боевое крещение. Я в том году подолгу работу это сделала, поэтому я уже матерый журналист. С опытом ныряльщик. Погнали. Очень понравилось. Я думаю, что я бы еще разочек окунулась. Ну ты же из севера приехала к нам. А мне что-то в этот раз было как-то не так, что ты меня прям все вот так вот спазмировала. Я не смогла даже перекреститься нормально. Ну, как получилось? Ты просто не настроилась. Я морально не настроилась, да? Не подготовленная просто приехала. Да. Ну, чай, а я настроилась. Чай вкусный, вода холодная всегда. Приезжайте на Святую Ручку, окунайтесь в купель. Делитесь своими впечатлениями. Может, я сильно худая, поэтому не такое. Наверное.